Луначарского 6, пожалуйста, пусть придут к нам, проверим, у кого какие долги есть. Если есть желающие, сделаем им взаимозачет. Если они сами хотят это демонтировать своими силами, мы им сделаем взаимозачет за их работу и будем дальше работать. Но я считаю, что все-таки владельцы дома являются городской совет, поэтому самим там что-то химичить нет смысла, потому что потом надо будет искать крайнего. Поэтому эту работу должны делать специализированные организации. Ну, кто занимается, кто владеет, кто хозяин дома, они должны делать. Подойдут к нам, сделаем взаимозачет, договоримся, что нужно, посмотрим материал какой, сколько это будет стоить, кто будет делать. Сделаем взаимозачет, они соберут долги с нашим, мы приложим свои усилия. Думаю, что придем.